А вы знаете, чем подкормить огурцы после холода? Нет? Тогда я вам расскажу. Ведь у опытных огородников рост растений из-за непогоды не останавливается. Нередки случаи, когда после высадки огурцов резко происходит холодная погода. Холод приводит к тому, что овощная культура затормаживается в развитии и перестает расти. Чтобы этого избежать, аграрии с многолетним опытом вносят в почву одну простую подкормку. Подпитка происходит в два этапа. Их можно выполнить в один день, но интервал должен составлять минимум от 3 до 5 часов. Первый этап. Прежде всего необходимо снабдить огурцы азотом. Для этого разведите в 10 литрах воды пол-литра забродившего коровяка. Еще один вариант – добавить в воду мочевину. Для такого же количества воды понадобится 1 столовая ложка удобрения. А второй этап – для этого понадобится зола, йод и янтарная кислота. Растворите 2 таблетки янтарки в стакане теплой воды. После этого к 10 литрам воды добавьте 4 столовые ложки золы, 10 капель йода и приготовленный раствор янтарной кислоты. Такая двухэтапная подкормка поможет растениям отойти от холода, болезней или пересадки. Кстати, использовать удобрение можно не только для огурцов, но и для любой другой рассады. С вами был Красивый Сад и Огород. До скорой встречи. Пока-пока. Пока.